Прошли совместные учения службы МЧС, в которых был имитирован поджог административного здания. Наша была задача вывести личный состав с административного здания и быстро локализовать огонь. С учениями карауль и личный состав справился на оценку отлично. Здание было эвакуировано, произвели спасение людей, которые там якобы по задумке остались. С поставленной задачей все справились в полном объеме.